И всем привет, ребята, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я Лёха, и я немного приболел. Но очень надеюсь, что это нам не помешает получить удовольствие от очередного трая игры Darkest Dungeon. Почему именно очередного? Потому что, если честно, не думал, что вам вообще эта игра будет интересна. Время от времени в нее так забегаю. Условия очень простые. Это пройти просто игру без факелов. Как мы ее пройдем, неважно. Что мы будем делать, неважно. Просто пользоваться, не пользоваться багами, соответственно, никакими игры. И пользоваться только... Короче, без света. Чем это грозит, кто играл, знает. Рандом полнейший. В общем-то, есть у меня пару идей, как в этот трай мы сделаем. Поэтому располагайся поудобнее, чай, кофе. Долго не буду останавливаться. Быстро все буду, ребята, пробегать. Я думаю, сцены, кто захочет, тот уже посмотрит. Поехали. Так, делаем новую кампанию. Здесь всех оставляем. Темнота без времени. Назовем, давайте, просто кромешная тьма. Поехали. Ой, ну что, удачи нам. Это будет весело. Подскипну. Это будет очень быстрый, я думаю, трай. Значит, этот трай хочу попробовать от тактики. Я здесь одну вещь заметил, не заметил, а вы один из вас. Я не помню, кто мне написал. Типа, Лёх, так и так, посмотри, пожалуйста, что можно через вот этих вот друзей играть. Я посмотрел, и это логично. Ну, по факту логично. Очень коротко, ребят, все, кто не понимает, не знает, что происходит, где, зачем, почему, для чего, я объясню то, что в кромешной темноте, вот вы наводитесь, и прям видно то, что у меня плюс стресс, минус там, короче, огромное количество минусов накладывается, но у меня растет добыча и растут критические удары, то есть такой, знаете, прям баланс, баланс прям такой катастрофический на самом деле. И непонятно, чем это закончится. Так, этот чувак умирает. Забираем. Очень важно, чтобы был хороший ролл. Это очень важно. Так и не понял я, для чего кровь, которая ролится. Так, мне нужно засейвить по максимуму Дисмоса. Просто по максимуму. Пытаемся дать стан. Стан не проходит. Дисмос немного начинает грустить. Он мне нужен сейчас будет. Хорош. Пушим, просто все в него вливаем. Неплохо. Главное, чтобы сейчас крит не прилетел, а то будет все очень плохо. И очень важно, кстати, кто мне заролится на... Кто мне заролится из... в этой, в таверне. Идеально. Еще и крит напоследок прилетает. А еще и артефакт падает. Великолепно. Залезаем. Здесь, как всегда, ловушка. Выходим. Первого, кстати, сразу сливаем. Вот этот он вам вообще не нужен. Минус 5 уклонения. А вот тактик руин. Вот тактик руин. Это одно из топовых вообще вещей, которое могло заролиться. Это очень круто. Это очень круто. Я предлагаю... Давайте Дисмоса... Кто первый сейчас в чате напишет, тем ником мы назовем. Поехали. Ну? Мой ник, пожалуйста. Hell? Нет, я увидел. Hell Fi Sini. Забились.
Есть такой. Смотрим, что заролилось. Полное говно, его надо сразу сливать. Прям одним из первых его надо слить. Так, по старой схеме открываем дилижанс. Вымениваем на... Дебил. Теперь не дебил. Убираем дефолтный стак. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень интересно. Но если вот мы пугливость уберем у нее. Повезло. Повезло. Неплохо, кстати, так повезло. Буду, ребят, называть только тех персонажей, которые, ну, так скажем, я понимаю, что они останутся с нами. То есть они с нами до конца в любом случае будут. Еще два так. Раз, два, три. Вот этого побольше. Бля, даст бог, хватит. Главное, чтобы сейчас разведка прокала. Разведка, если будет прокать, то будет вообще все красиво. Пока все идет четко. Оп. Я понял. До свидания. Здравствуйте. Собирать, кстати, факелы мы можем. Использовать нет, собирать да. Потому что они тоже денег стоят. Вообще, пока все идет просто вот. Я не знаю, захочешь, так не пойдет. Просто лучше вообще не придумаешь. Просто имба. Очень-очень-очень все красиво пока что. Прикол. Плюс лопата. Хорош. Опять не прокает разведка. Ой-ей. Ой-ей-ей. Это очень грустно. Ну-ка, матушка. Иди сюда. Annihilated. Не знаю, как у вас там. Очень жестко все. Охренеть. Давно я такого начала не помню. И давно, а никогда. Поехали сюда. Очень плохо, что разведка не срабатывает. Неплохо, это прям грустно. И то, что вот этот дебил все похищает. Вот этого надо сразу слить. Ой, хорош. А ну-ка, 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 ну-ка. А все. А все, сынок. Наигрался.
Black as death. Ой-ой-ой. Это очень, очень неприятно. Даже так. Неприятно. Confidence surges as the enemy crumbles. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то, а? Смотри, сколько артефактов сыпется. Unwanted attention. Так, здравствуйте. Фонтан, по-моему, вот так это делается. Там. А вот и разведочка. Так, а золото у нас лежит в конце, да? Пробуем. Я понял, попробовал. Ничего страшного. Я думаю, напрямую сразу пойдем, чтобы их даже нечего качать. Что вообще происходит, кто-нибудь понимает, нет? Нормально. Я клянусь, я не могу понять, что происходит. Начало очень жесткое. Еще и разведка прокает. Лопата у нас есть, все есть. Есть триплу, скорее всего, сольем. Сейчас коротко расскажу о своих планах. Сейчас в город придем. Если придем. Another abomination cleansed from our lands. Да ладно. Неожиданно. А ну-ка, станчик накинь-ка. Хорош. Пытаемся сразу его забрать. Не-не-не. Бугимен — это очень плохая идея. Не надо нам никаких бугименов. Давай сразу его опрокинем, чтобы больше его вообще не было. Походу он будет жить и все, и умрет. Черную книгу напоминает. Это намного хардкорнее. Это прям, ну... Это очень жесткая тема. Он умирает в любом случае. Здесь стаков яда. Their formation is broken. Maintain the offensive. Что происходит? Кто-нибудь знает, нет? Что происходит? Это просто забей. Это такое количество всего насобирали. Главное здесь, чтобы нормально дерганый. Ага. Повышенный шанс в азартных играх. Но мы тебя сон сольем.
Ну что, момент истины. Мы сейчас приходим, чекаем дилижанс. Здесь сейчас все решится вообще. А теперь я вам рассказываю. Есть в этой игре одна фишка. В этой игре есть экономика. То есть, как вы, да, поняли, то есть есть артефакты, разные вещи и прочее дерьмо, которое время от времени падает. В связи с тем, что мы выходим без факелов, у нас падает очень много всего. Но самое забавное, я никогда вообще не мог понять смысла вот этой вот, подруги. Ролится она мне крайне редко. Антиквар. Я такой, знаешь, каждый раз захожу, такой думаю, блядь, что-то какая-то шляпа, какое-то уклонение, что-то какое-то усиление. Что вообще, зачем это вообще, как, для кого это нужно вообще? А потом, до меня доходят такие слухи, что когда ролится вот такая барышня, когда она ролится, сейчас, секунду, я посмотрю сразу. А у этой барышни есть одна фишка. Она каждый раз, когда что бы то ни лутали, без разницы что, находит такую стекляшечку. От 500 золота она стоит. В любом вообще дропе, всегда, если ты антикваром поднимаешь этот дроп, то будет вот эта штука. Экономика, соответственно, растет вверх. Персов ты можешь качать вообще просто на раз-два. Поэтому, как оказывается, штука очень лютая и очень крутая. Так что держу всех в курсе. Итак, мне нравится, в принципе, вот эта вещь. В руины, да, он у нас любит ходить. Угу. Угу. В принципе, можно их взять. Вот этого бы я кикнул, потому что слишком много и очень много, ну, очень много всякой ерунды. Просто даже не вижу смысла его качать, просто сразу убираем. На воровку мы сразу одеваем артефакт, который нам упал. Очень интересный. А теперь вопрос. А, это могильная воровка. А, это антиквар. Все, я понял. Угу. Так, у нас есть проблема, это не подходит сюда. Я был прям уверен, что сейчас этот упадет. Угу. Тогда это конкретная проблема. В принципе, с другой стороны, мы можем либо этого взять. Вот за этого вообще персонажа ничего не знаю. Минус 2 скорости, минус 5 к уклонению. Прекрасный персонаж. Просто прекрасный, прям чудесный персонаж, я бы сказал. Значит так, берем вот этого танком. Пока что мне снайпер не ролится. Так, здесь пока что все закрыто, да? Поехали. Делаем так. Я думаю, что, наверное, в трактир, да, его? Косарь 250, дороговато. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Давайте вот так вот сделаем. Тихонечко тоже будем прокачивать эти штуки. For some, a tonic against the bloodshed. Теперь вопрос, как пойти. А, ну вопрос отпадает. Все, я понял. Мы просто свапаем. Нет, ее стопудово надо тоже ей лечить голову. Пугливостью. Она мне не очень нравится, честно вам скажу. Плюс 20 урона чаще. Вообще мне не нравится вот этот перс.
Здесь тоже, на самом деле, такое, знаете, чисто в размен зайти. Хорошо. Так, смотрим, что здесь есть. Плюс 10 урона рукопашные навыки. Ой-ой-ой. Раз. Меткость. Вот это мне очень интересно. Из этого может что-то получиться. А еще лучше универсальный брать предмет. Да, возьму универсалку. Так, полностью вот это забираем. И сейчас мы увидим, как работает антиквар. Сейчас будет весело. Нужно посмотреть... Мистер Самир, привет, родной. Они на днях заработают полноценно спонсорки, я скажу, пока не парься. Так. Теперь самое интересное начинается. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Исследовать 90% комнат. То есть, если я вот сюда захожу, дальше иду, то все будет окей, да? Сразу схода ловушка. Красавчик просто. Теперь самое главное, все лутать антикваром. Вообще все. Отлично. Вот этот перс, кстати, очень... он, ну, с меткостью у него проблемы. У него прям конкретные проблемы с меткостью. Посмотрим. Это такой, это расходный материал. Это и вообще все подряд лутаем. Не помню, что сюда. Прикол. 61 стресса. Книги зло. Собираем сразу паука. Начинается. Допустим. Можно, в принципе, вот так сделать. Пусть простенький, но яд накинет. Он, скорее всего, промажет. У него прям с меткостью очень большие проблемы. Этот свое дело сделает. Все у него заливается отлично. 20-ка стресс сразу прилетает. Если честно, только не понял, за какие заслуги, но вообще без разницы. Этот как часы работает. Просто как часы. И вот, как я вам говорил, видите? Вот теперь падают монеты постоянно от антиквара. Вообще постоянно. Причем есть монеты дешевые, мне как-то падали по 1250 монеты. Просто, то есть, рандомно. А вот сейчас начнется интересное. Поехали. Смотри дальше. Охренеть. Вот это все на продажу. Просто вообще все. Дурак. Тоже под слив пойдет. Это надо будет излечить от этой, от болезни. Давай попробую. Хорош. Чуть его в чувство привести.
Ну, то есть то, зачем мы могли пойти, чтобы вы просто понимали. Ну, мы просто зашли и взяли это просто на рандомичах. Просто он нам заролился. И все. Вот это может закончиться очень печально. И то я немного сделал. Это была очень большая ошибка с моей стороны. Минус хил. Убью сейчас, да. Скорее всего, умрет сейчас просто. Скорее всего, пати слитая. И скорее всего, а практически я уверен. Пауки одни из самых конченых вообще просто, которые только могут попадаться. Хуже, по-моему, я не знаю, я не встречал никого. Меткость 70, must have. А здесь все улетят. Да-да, здесь надо сейвить антиквары и все. Антиквары и лука надо сейвить. Подождите, сейчас может быть чел этот сундук успеет открыть. Попал. Попал. Допустим. Плюс еще бабки. Делаем вот так. Делаем вот так. Нет, 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 нет. Делаем вот так. Еще достаем свои 500 монет. Еще достаем один амуль. Очень, очень хорошо подфармились. Я дальше пойду, ничего страшного. Это просто поход на фарм, можно вот так сказать. Надо забрать. Я думаю, надо, да, скипать. Удалось. Не удалось. Как нарочно. Сейчас специальная игра сделает так же. Нет. Сделала. Просто скипаем задание. Ничего страшного, просто скипаем задание. Но при этом мы сохранили все эти. Сохранили антиквара, во-первых. Просто кайф. Вообще кайф. Можно всех кикать сразу. Да, мечник под снос.
Ну, типа, это нормально. То есть все, что сейчас происходит, это как, знаете, как... Блядь, закономерность. Давай посмотрим, что там в дилижансе. Я говорю, в дилижансе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, сынок. А ну-ка, пойди сюда. Так, это под скип сразу. Пойдет. Чисто мясом тоже его берем. Это берем вторым номером. Ой, как хорошо. Это очень хорошо, положите на комод. Ага. You will be laughing still at the end. Да, я попробую, но это очень плохая затея. Хотя, стоп. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Давай попробуем. Можно как-то вот так сделать и пойти в маленькую. Да. А этого отправить чилить вот сюда. И вот следующий заход у нас будет вообще классным. Артефакт просто копится, как я не знаю. Есть шляпа, конечно, но... У него у нас есть вообще что-то на кровотечение? Там. У него скорость 7. Неплохое уклонение, но как уклонение работает, я думаю, мы с вами знали. Точнее, не знали, а знаем, да? Очень интересно. Давайте поехали. Тоже под фарм. Такая пати до фарм идет. А вот это бы я забрал. Знаешь, куда идти? Сюда рано. Сюда зайдем, сейчас набреют. Ну, давай сюда сходим, ладно. Такое пати вообще максимально ублюдское. Вообще непонятно, что с ней сейчас будет. Может отлететь сильно, шансы на нее ставки вообще не делаете. Такое оно, чисто под фарм идет. Сейчас посмотрим, как пойдет.
Здесь по факту нужно просто выполнить задание. Все, больше ничего не нужно. Ой-ой, хорошо. Очень-очень хорошо, правильно заролилось. А, святой воды мы не взяли. Ну, тоже неплохо. Зачем она нужна? Ты вот только лохи носит, согласен. На нахер. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. О! Мы сейчас умрем здесь. Мы не вывезем. Вообще без вариантов. Мое мнение. Давай попробуем урона полить. The blood quickens. Да не, они сейчас нас разберут, эти типы. Я думаю, что здесь без варик. Но стресс откатывается вообще бодряком. Пытаемся добрать. Добрали. Забыл, кстати, эту на первое место поставить. У нее же лебедь есть. Этот подавляющий огонь, если сейчас кританет, у меня все с ума подходят сразу. Можно увернуться хоть раз на шуте? А нет, все это габело. Жалко, свапа нет. Было бы вообще сейчас здорово. Как же они душат-то? Несите трон, конечно, конечно. Стопудово ГГ. Просто вообще всех. Вообще без шансов, без вариантов. Все, ёпт. Полностью слитые пати. Я бы их вообще всех слил на самом деле. Бестолковые, ужасно бестолковые паки. Но здесь, в принципе, то на то и было рассчитано. То есть такие паки часто будут отлетать. Шут вообще ни разу не уклонился. Тупое говно, тупого говна, а не перс. Попробуем подфармить. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Пойдем дальше, может еще что-то где-то соберем так чисто на шару. Все, нас нет. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Неожиданно.
moment of valor shines brightest against the backdrop of despair. Кстати, класс довольно самодостаточный, такой интересный. Шут, который раз себя показывает, ужасно просто. Я говорю, это конченый персонаж. Вообще просто он максимально тупой, бестолковый, насколько это вообще возможно. С гробницы, по-моему, тоже, да, ключом открывается? Если я не ошибаюсь, если мы, конечно, дойдем до туда. По-моему. Но я не уверен. Вот парень пропустил, я понял. Так, мы каким-то чудом остались живы, я понятия не имею, каким. На дикарку плюс еще амуль вытащили. Не понимаю вообще, как это работает. Сюда тоже я не знаю, что нужно, просто дерну и все. Но если мы что-то сюда дальше пойдем, нас похоронят. Я так думаю, надо где-то остановиться нам. Вопрос где? Вопрос где? Что там мы точно сольем? Сюда заходим, умираем. Это прям к бабке не ходи. Скипаем. Я бы дикарочку куда засейвил. Неплохой перс. Неплохо. Шут отлетает сразу. С него, кстати, надо забрать артефакт. А вот сейчас мы пойдем в очень интересный заход. Очень интересный заход. Теперь смотрите прикол. Так, значит, ты, дружочек, у нас уходишь. Я понял, говна наролилось, какого только возможно и невозможно. Урон в чаще. А теперь смотрите прикол. А этот у нас еще сидит, да, товарищ? Яд. This one has become vestigial. Useless. Кого мы не брал? Пять к меткости, это гениально. Это гениально. Так, меткости — это то, что нам нужно. Итак, начинается аттракцион неслыханной, блядь, щедрости. Значит так, у этого скорость 7. У этого скорость 5. Ха. Ну давай. Насчет дикарки бы я все-таки подумал. Давай ее оставим. Интересный персонаж. А вот сейчас будет очень интересно. Смотрите, что мы делаем. Мы перетаскиваем вот это вот сюда.
Мы делаем вот так. Теперь смотри прикол. Смотри, дружочек. Вот это раз. Вот это два. Здесь то же самое действие. Сейчас начнется аннигиляторная пушка. А теперь смотрите, братцы. А что это сейчас все выливается? А выливается это в следующее. Вот это раз. Плюс два к скорости. Надо в руины идти. Он сейчас будет просто всех аннигилировать там. Кузню, да, надо? Почему? Подожди, почему я не могу на него прокачать? Можно же, по идее, уже. А, все, я понял. Там мы скиллы, да, прокачали? Бабок нет. Хорошо. Разоримся, но сейчас пойдем просто на голышах. Поехали. Семерка идет первым номером. Очень лютая патч сейчас собирается. У них, смотри, чаще, да? У этого плюс урон. Руины. Вот, ну, лучше в руины нам пойти. А руины. Плюс 20 к разведке, если факел менее 51%. Очень интересно. О как. Вообще, по-хорошему, надо бы вот сюда пойти. Да есть нюанс. Наверное, все-таки в руины. Да. Прям 100% вариант. Смотри. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Идем сейчас all in. Если сейчас нет, то все. Это, ну, это скип. Короче, смотри, в чем фишка. К чему я все это веду. У этих типов, ребят, у них вот эти вот скиллы, два читерных. Сейчас вы увидите, что будет происходить в этой катке. Если я все правильно рассчитал, если все вот правильно я продумал, то это будет полная имба. Вообще полная. Следовать 90% комнат, да? Хорошо, я пойду вниз. Просто нам нужна разведка. Книги не трогаю. Дебил. Молодец. Вот разведочка прокает. Ага.
Так, у нас очень веселые вот эти два пацана формируются. Максимально, я бы сказал, веселые. Я бы все-таки вот сюда сходил. Хорошо. 750 золотых сразу. Ловушка. 90-80. Минус стресс. Вот сейчас вы увидите. Если я все правильно посчитал, это сейчас будет имба просто. Если. Никого нет. Ты посмотри. Ну какие-то чудеса. Ну тогда вот здесь точно будет. Я дебил, у меня же антиквар. Я только что потерял прилично денег. Ошибка была. Я забыл про антиквара. Поехали. Плюс 500. Господи, спаси, сохрани просто. Поехали. Ну что, пожелайте мне удачи. А, она мне сейчас понадобится. Так, это сразу с ума сходит. Прячем себя. Пытаемся надамажить. Плохо, но что-то вроде как получилось. Поехали. Раз. Плюс псих. Молодец, спасибо. Всегда в тебя верил. А, я скилл, да, не выставил. Я понял. Габелла. Я скилл не выставил. Классно. Ладно, ничего. Сильтуем. Так вот неожиданно. Прям все в антиквары льют, вообще все. Ба просто. Не часто он ходит, нет? Ну, мне просто так чисто для себя интересно. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? К уклонению, да, говоришь? Нормально. Хорошо идем, мне нравится. Ты конченый, а? Ты можешь ничего не трогать? Конченый, почему? Потому что он конченый. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Нужна разведка.
Хорош. Я бы вот здесь прошел. И наверх. Эту комнату можно не ходить будет. Трогай, пожалуйста, а ничего. Да, по-моему, трава. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Хорошо. Смотри, что получается. За счет ловушек стресса на двух вот этих, на основных, вообще практически нет. Они просто снимают весь стресс. Эти будут лечиться, эти вообще без стресса ходят. Потому что они в основном убивают, добивают. Это очень жесткий стак. Вообще, походу, дело пустая комната. Кто тебя создал такую? Сверху грудь, а снизу? Юра. Вообще пох. Все это разменная монета. Антиквар, еще кто-то. Просто появится новый, просто берем, меняем и все. Поехали. Отлично. Все хорошо. Это крайний забив и все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А мы знаешь, что сделаем? А мы вот так сделаем. И мы вылечим, снимем. Снимем с этот, чтобы не лечить, понял? А, найс. Проверяй, не вылечил. Плюс 30 урона. Дебил. Бывает. Поехали. Уклонение 14. Просто у этого типа. Будет больно, блять. Только без крита главное. Главное без крита. Смотри, поехали. Нахуй. Раз. Сережа, смотри дальше. Это сейчас на вынос будет вот этот. Антиквар не выживет. Все, у него сейчас сердце просто лопнет. Да, до свидания. Ничего страшного. Шел и ушел, что бы хотеть-то. Бам. Ты понял, да, в чем фишка? Они меняются, ребят. Они меняются. Они... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты понял, что они делают? Один отскакивает, у него перезаряжается выстрел. Второй появляется. И выстрел просто убийственный. Просто убийственный. Очень сильно. Он дамажит просто безумно. Если это мы еще идем с антикваром. Если сюда под них взять и сделать этого чумного доктора. Я вообще, ну, ты посмотри просто, что творится. Это все. Это просто посмотри, они заливают. Им нужна скорость. Разгонять скорость как можно больше. Ты видишь, у меня хил вообще по два раза ходит. Не знаю, что это за чуча крит будет. Долго, давно крита не было. Смотри, просто. Это не прокачанные типы. Я напоминаю, это. У них ни скиллы не вкачанные, ничего. Сейчас они вкачаются, это будет просто, ну, убийство. Это очень будет жестко. То есть вы понимаете, да, масштаб? Я думаю, что они втроем могут просто идти, заходить вообще без вопросов. Каких-либо. Это просто... Смотрите сейчас, сколько мы бабок вынесем, просто. Просто посмотрите. Просто ради интереса. Вот ваше мнение, сколько? Мы, кстати, очень крутую свистульку вынесли на дрессировщика. Смотри дальше. Короче, мы 10 тысяч с одного захода вынесли, не считая амулетов. Это просто, ну, это... Ну, хороший. Вот это надо сразу убирать. Спасибо. Пока все идет вообще чики-бомбони. Ага.
Я просто жду одного только персонажа, все. Мы можем дальше идти. Я даже, ну, можно вот эту взять, подругу. Причем, знаешь, как сделать? Смотри. Ой-ой-ой, как у нее скиллы заролились. Я один только надо поменять. Это не считается, мы без факела. Некромания. Любитель попехать этих. Я понял. Вообще бы ничего не трогал. Можно, конечно, креста взять, но... Ну, хорошо, ладно. Давайте, места есть. Под этих я, через этих я не играю. Так, поехали. Show must go on. На-на-на-на-на-на. Тату-тату-тату. Ай, татулечки, тату. Блядь, еще один ран нужен. Не буду даже выжимать из себя. А так хочется. А так хочется прямо сейчас поднапрячься. Хрен с ним, давай. End, а вот сейчас начинается контент. Второй левел раз. Оружие. Второй левел два. Самое главное. Можно, в принципе, вот это раз. Даже бы деньги больше не тратил. Пока что. Раз, два, три. Все. Вот этого друга сюда. Нам нужно два стана. 100%. Играем через вот эту тему. Это чисто сплэш у нас идет, тип. Я так думаю, вот так вот вообще это пойдет. Всем хай, привет, привет, ребят. Этот чувак пойдет вот так. И самое, знаете, что забавное? Я сейчас не обломаюсь, но это вообще будет, я не знаю. Ну иди сюда. Страшно, очень страшно. Вот этот тип, он просто мне должен контролить зад. Все, больше ничего не должен делать. Вообще ничего. От слов совсем. Я не представляю, что сейчас какой заход будет. Но это вообще будет сейчас аннигиляция. Так, хилочка, да? А хилочка, хилочка, она у нас делает вот так. И выходит она в стан. Мы остались практически без денег. Но то сейчас что зайдет в руины. Это вообще забейте просто. Мы сейчас берем. Продать. С
два уклонения продать. Продать, как вы видите, не зря фармим. Ну что ж, это была интересная серия, не забывай поставить лайк, подписаться на канал, и это наш, давайте считать, первый такой лютый заход. Пиши свои комментарии, может быть, какие-то еще спайки будут интересны, ссылочку на плейлист найдешь внизу в описании, также не забывай подписываться на телеграм-канал Hard Insight. Не болейте, ребят, удачи!